Так, множество людей с автоматами. Потом местный житель объяснил мне, где именно мы находимся. Это граница, но не граница. Если посмотреть сюда, мы здесь. Да. Да? Это граница между Грузией и Россией, признанная большинством людей в мире. Но русские считают, что она проходит тут. Так что они поступили вот так. Поставили забор с колючей проволокой, ночью они его передвигают. Ясно. Русские передвигают его? Да, русские передвигают. Так что, когда ложишься ночью спать, ты живешь в Грузии, а утром ты россиянин. Но здесь живут люди. И это что-то вроде села в глуши. Что если кто-то так сделает в Росинауае, где я живу? Да, что если ты вдруг проснешься? Да, расстояние примерно такое же. Верно, ты волься. Потом мы встретили настоящую жертву разногласий из-за границ. Сэр, вы грузин? Что? Конечно, я грузин. Мне 84 года. 84 года я живу здесь. Я прожил в Грузии. Видите, вон то большое дерево. Это моя земля. Вот та земля принадлежит мне. Вот что у меня есть на грузинской территории. А русские не дают мне обрабатывать мой участок земли. Но вы не можете перейти сюда. Нет, дорогой. Они арестуют меня и отвезут в Цхинвали. Там есть российские солдаты? Да, они тут ходят, патрулируют. Следят, чтобы я не перелезал через забор. Я больше ничего не хочу. Хочу просто работать на своей земле. Я ничего не имею. Помогите мне заставить их убрать это. К сожалению, поскольку мы Грантур, а не ООН, все, что мы могли сделать, это убрать голову Найджела Мэнселла и уволить Хаммонда с должности штурмана. И возобновить поиски гоночной трассы. И как только мы нашли нужную дорогу, Джеймс начал привлекать особых друзей за рулем BMW. Черт возьми! Вы видели, что торчало из капота этой машины? Это почетный профессор Тбилисского университета. Он изучает латынь и древнегреческий. Так он ездит на работу по утрам. Джеймс, вон еще один. Этот еще лучше. Я никогда еще не чувствовал себя настолько лишним, Хаммонд. Я понимаю, о чем ты. Мы портим им момент. Это здорово. Они повсюду. Расставшись с фан-клубом Джеймса, мы в конце концов прибыли на гоночную трассу.